Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Системне переформатування. Що буде з тарифами на газ, воду та електроенергію? Інформація з перших вуст. Половина населення, як мінімум, а більше в Києві, наприклад, можуть платити риночну ціну. Довіра або зневіра. Що зроблять з депутатами, якщо вони не зможуть провести довгоочікувані реформи? Перший, хто буде відповідати за все, це будуть депутати Верховної Ради. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від репортера Майкла Щура. Пропонуємо вашій увазі 5 головних подій цього тижня. Міжнародний валютний фонд підтвердив, що до кінця року може виділити Україні 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Росія, Україна та Єврокомісія підписали документи, що передбачають відновлення постачань російського газу по ціні 385 доларів за тисячу кубометрів. Під тиском бізнесу Національний банк скасував 2 обмеження щодо оплати імпорту. Європейська комісія готує програму фінансової допомоги Україні. До кінця року ми отримаємо від Європи 760 мільйонів євро. Україна увійшла до сотні країн за легкістю ведення бізнесу. Вона піднялася зі 112-го на 96-те місце. В этом здании хорошо знают, как экономить тепло. Не потому, что здесь такие замечательные окна. Здесь располагается Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. С недавнего времени комиссия получила широчайшие полномочия для того, чтобы научить экономить каждого жителя страны. Як відомо, тарифи на газ, опалення та холодну воду в Україні – одні з найнижчих у світі. Тим не менш, заборгованість населення за надані послуги постійно зростає. Лише за 8 місяців поточного року за тепло та опалення не сплачено більше 5 мільярдів гривень. Це ставить енергетику країни на межу виживання. Население реально оплачивает, оно потребляет 28% от всей электроэнергии, оно реально оплачивает четверть реальной стоимости, потому что средневзвешенная рыночная цена, она составляла порядка 70 копеек. При этом у нас промышленность несет нагрузку, компенсирует вот это все, это и называется перекрестным субсидированием, то есть вот на сегодняшний день у нас промышленность, второй класс потребления, да, она более гривны платят за киловатт. Хотя во всем мире все происходит ровно наоборот. В первую очередь надо наводить порядок. Все же помнят, что Клюев там и другие люди, которые сегодня сидят в парламенте, вводили зеленые тарифы для себя. Они грабили и тепловую энергетику, и в первую очередь атомную энергетику. В данном случае эту всю коррупционную схему надо убирать. Енергетики, як завжди, вони очікують таку крайню ситуацію, потім кажуть, підвищуйте тарифи, бо інакше все зупиниться. Бо нам не вистачить грошей на купівлю вугілля. І вони, їм здається, що вони праві. Але істина завжди десь посередині. Для вирішення цих проблем у серпні було створено Національну комісію з питань енергетики та комунальних послуг. Вона має регулювати відносини між споживачами та постачальниками. Якими будуть перші кроки регулятора, перша шпальта поцікавилася безпосередньо у голови цієї комісії Володимира Демчишина. В кінці літа президент прийняв рішення ліквідувати НКР і комісію нацкомуслуг і створити єдину комісію, яку ви і возглавляєте. В чому була логіка такого рішення? Смотрите, все четыре направления – энергетика, нефтегазовый комплекс, производство тепловой энергии и дистрибуция, а также регулирование водоканалами – это четыре направления, которые мы сейчас курируем или регулируем. Вопрос в объединении достаточно простой. Все они так или иначе связаны. Я для себя вижу на данный момент наши задачи в следующем. Мы однозначно должны
проанализировать текущую ситуацию во всех сегментах. Для себя ответить на вопрос, насколько эти тарифы адекватны. Нет ли там зазора прочности, можно ли за счет там, каких-то экономий удерживать тарифы на там, условно говоря, сегодняшнем уровне. Прийти и всем потребителям сказать, да, нам необходимо поднять тариф и переложить это на конечного потребителя, в принципе, достаточно легко. Но в моем понимании это неправильно. Мы, по крайней мере, должны ответить на простой вопрос. А сделали ли мы все необходимое для того, чтобы прийти и переложить стоимость на конечного потребителя как последний нет шаг. Нет ли скрытых резервов, нет может ли... кто-то зарабатывает да. на это? Я привык делать due diligence, детальную проверку, прежде чем принимать любое решение. Соответственно, вот эти 50 дней, которые вот мы провели на 90%, как раз были в том процессе той детальной проверки, понимания того, что происходило, как выглядит ситуация. Действительно, каким образом можно это поменять? Мы на данный момент уже сформировали стратегию развития на краткосрочный период, месяц-два, на среднесрочный до 6 месяцев и длинносрочный, больше года. Там. Понятно. Вы провели аудит, вы увидели, у вас сформировалась стратегия. Первый шаг этой стратегии, который совсем недавно был объявлен, вы повышаете тарифы для населения. Это первый шаг стратегии. Да нет, смотрите. Повышение тарифов для населения в сегменте поставок тепловой энергии, это решение было принято уже давно. Не вам. Да, предыдущая комиссия приняла это решение, но я, честно, вот вам скажу, я поддерживаю это решение. Есть две причины этого повышения. Во-первых, до этого исторически плата за тепло насчитывалась в течение 12 месяцев, и люди платили в течение 12 месяцев. Мы понимаем, что на самом деле это достаточно проблематичный механизм, потому что тепло потребляется в отопительный сезон. И для производства тепла необходимо купить и переработать газ, сформировать эту услугу в течение 6 месяцев. Растягивая оплату, вы уже влияете на возможность нефтегазом закупить этот газ. Возникают пока курсовые разницы. Пока расплатится, гривна обесценится, и уже нельзя будет. Курсовые разницы, разрыв ликвидности, необходимо, значит, финансировать нефтегазу оборотку. Соответственно, понимаете, если нет четкого процесса, получил услугу, рассчитался и забыл, возникают разные дополнительные сложности. Хорошо, об этом правильном решении. Фактически, это правильное решение приводит к тому, что, как вы сказали в своем комментарии, человек, который живет в двухкомнатной хрущевке, сегодня будет платить за тепло порядка 500 гривен. Вы считаете, что эти деньги возможно будет собрать с рынка? Что будет, если люди просто перестанут платить? Такая возможность есть, я это прекрасно понимаю. С другой стороны, смотрите, что происходило до этого? Частично субсидировался производитель тепловой энергии и, соответственно, через субсидированный тариф предоставлял услугу всем, кому по заниженной цене, по экономически необоснованной цене, кому надо, кому не надо. Имеется в виду, есть у нас же все-таки половина населения, как минимум, а больше в Киеве, например, могут платить рыночную цену. 500 гривен там. В принципе, при среднем заработке на семью, на человека больше, насколько мне помнится, 4000 гривен в Киеве. Это же я 500 сказал про семью, с двух, там, больше двух человек в среднем. Да. Соответственно, в принципе, при доходе семьи 10 тысяч гривен, там плюс-минус, 500 гривен, да, это может дорого, но это то, сколько эта услуга стоит. А если не будут не платежи, как выплачивать будут? Смотрите, как вы будете выбивать? Все остальные, у кого доходы меньше, у них есть возможность обратиться за субсидией. В принципе, государство выделило более 7 миллиардов гривен на субсидирование. Соответственно, вопрос обратиться тем всем, кто понимает, что они не смогут платить эти суммы, им необходимо обратиться за субсидией и вовремя получить поддержку. Соответственно, для того, чтобы не было, опять же, разрыва ликвидности и не возникало проблемы с оплатой этих счетов. Далее на першій шпальті. Системне переформатування.
Друга частина інтерв'ю з новим головою Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Оборотні средства можна привлекати, ну, у кого угодно, но не через тариф. Довіра або зневіра. Що зроблять з депутатами, якщо вони не зможуть провести довгоочікувані реформи? Перший, хто буде відповідати за все, це будуть депутати Верховної Ради. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від репортера Майкла Щура. Національна комісія регулирования энергетики и коммунальных услуг решает одну, на первый взгляд, очень простую задачу. Сколько должны стоить вода, газ, тепло, электроэнергия для того, чтобы производить их было выгодно? С арифметической точки зрения задачка простая. Тарифы должны покрывать затраты на их производство. Но у чиновников логика иная, и объяснить ее производителю бывает очень непросто. Компания Рената Ахметова, ДТЭК, сказала, что вы недостаточно решительно действуете, не повышаете тарифы, и они не могут закупать уголь, из-за чего они уже отключают энергоблоки, ну, в зоне АТО. Что вы скажете по этому поводу? Смотрите, вопрос с тепловой генерацией достаточно сложный. Мы действительно последний месяц очень плотно с ними общались. Как мне кажется, дошли до определенных позитивных подвижек. Мы понимаем их проблемы. Они в большей мере более комплексные, нежели только вопрос тарифа. Потому что отсутствие углей на складах в определенной мере зависит от наличия ресурса. А ресурс они могут привлекать у банков, у акционера своего, в конце концов. Не все проблемы необходимо решать через тариф. Тариф должен закрывать операционную часть. Это то, что мы вот как раз ДТЭКу доносили. Мне кажется, что они на данный момент это... Вы будете для них тариф повышать? Тариф, мы, смотрите... Я имею в виду на энергорынке. На данный момент конечная цена для потребителя, она уже достаточно высокая. Потребители — это промышленность в основном. Промышленность в Украине субсидирует население. Где-то приблизительно 40-45 миллиардов гривен перераспределяется из тарифа промышленности в тариф для населения. Это достаточно серьезная проблема. Но я еще раз говорю, у меня нет задачи прийти и поднять тариф. У меня задача понять структуру и попробовать ее сбалансировать максимально. Я вам говорю, что тариф для промышленности на данный момент может даже завышенный. Мне кажется, что компания Рената Ахметова зря жалуется, потому что тариф, например, для энергоатома, для атомной энергетики вы понизили, а им оставили. Соответственно, получается, вы говорили, что эти деньги перераспределились для того, чтобы уголь, чтобы они могли закупить уголь. Но главный вопрос не в этом. Главный вопрос в том, что раньше так и было. Они руководили всей энергетикой, все работало на их пользу, получается, ничего не изменилось. Я не готов говорить, как, что они руководили всей экономикой, и влияние их на энергетику существенное. Это однозначно. Однозначно между вот энергоатомом и тепловой генерацией все время происходил там, ну, как бы спор, борьба, потому что энергоатом это 60, на данный момент это 60-65% всей произведенной продукции, у тепловиков это приблизительно 30. Это два самых больших игрока в генерации. Понятно, они пробуют там свои вопросы решать экономическими методами. Но есть большая разница между ними. Атом работает в базе, он гарантирует уровень, он работает при 100%, условно говоря, при 100% загрузке. Учитывая сетевые ограничения, там другие моменты, вот на данный момент они работают на своем максимуме, да? Но на одном уровне. Тепловики балансируют. Мы понимаем, что у нас ночью потребление там, на данный момент где-то 14 гигаватт, в пике это там 22-23 гигаватт. Вот эту разницу между 14 и 18 закрывает тепловая генерация. Тарифы на электроэнергию, на тепло, на воду, на все, за что вы отвечаете, они будут в ближайшее время расти или нет? Я ожидаю, что в течение следующих 6 месяцев мы полностью разрешим вопрос с тарифами. То есть они будут выведены на экономически обоснованный уровень? Это задача, но еще раз говорю, экономически обоснованный – это не значит, что они будут повышаться. Понятно. Они должны будут быть экономически обоснованными. То есть за полгода вы планируете сделать экономически обоснованные и сделать так, чтобы в эту отрасль могли прийти деньги для инвестиций? Это
то, без чего эту инфраструктуру вообще поддерживать в долгосрочной перспективе невозможно. Количество проверок, которые присылает украинская налоговая администрация к украинским же предпринимателям за последние полгода, не только не снизилось, но выросло. Ожидается, что новая Верховная Рада изменит ситуацию к лучшему и создаст, наконец-то, благоприятный инвестиционный климат в стране. Потому что если этого не произойдет, то украинцы найдут совершенно другой способ, как убедить депутатов и налоговую инспекцию быть более толерантными к бизнесу. Небажання чиновників, податківців, міліції та інших контролюючих органів жити по-новому добивають і без того підірваний війною інвестиційний клімат України. Працювати стало аж ніяк не легше. Скоріше навпаки, констатують представники бізнесу. В багатьох випадках налогові органи і інші служби приходять безконтрольно на підприємства, перевіряють позапланові перевірки, планові перевірки, приписи і так далі. Произвол чиновников, наезды прокуратуры, ментов, нечестность судей, неспособность защитить свои имущественные и законные права в судах. Это все на самом деле имеет свои эффекты. Донедавна в адміністрації президента всі негаразди звалювали на минулий парламент. Мовляв, депутати гальмують введення зрозумілих правил гри для бізнесу. Тепер же, коли обрано нову Верховну Раду із пропрезидентською урядовою більшістю, водити за ніс підприємців довго не вийде. Що таке демократія в бізнесі? Це прийняття всіх питань, які дерегулюють, не регулюють, дерегулюють бізнес. Уменшення кількості перевіряючих органів. Ми сподіваємося, що першочергове питання дерегуляції буде суттєво зменшено кількість дерегулятивних процедур, які є на території цієї держави. Вона дійсно суттєво заважає бізнесу, суттєво заважає роботі. Про те, чого чекати бізнесу від нової Верховної Ради, ми розпитали В'ячеслава Костянтиновського, підприємця, який допомагав Євромайдану та проведенню антитерористичної операції, а нині став народним депутатом. Вы как человек, который был в бизнесе, да, идете в Верховную Раду. Как вы представляете, какие прежде всего нужно принять законы, которые бы облегчили жизнь для бизнеса в Украине? Что нужно сделать? Ну, если касается бизнеса, то нужно несколько законов. Первый – это должна быть судебная реформа, потому что бизнеса в стране, где нет закона, где можно, прикрываясь бумажкой или постановлением какого-то суда, который неизвестно где находится, можно отобрать собственность, можно ее несколько раз отобрать. Бизнес в такой стране невозможен, это раз. Во-вторых, налоговая реформа, потому что нужно дать возможность бизнесу платить налоги, спать спокойно. Это должно быть, в этом должен быть здравый смысл. И это вторая важнейшая такая мера, которая должна быть для того, чтобы мог развиваться бизнес, для того, чтобы в стране был инвестиционный климат, потому что, например, мы занимались привлечением инвестиций через лондонскую биржу. Если, например, взять в целом, то компании, построенные нами, через них было привлечено более 400 миллионов долларов инвестиций на Украину. Это и Индексбанк, и КДД компания. То мы все знаем, в результате правления господина Януковича инвесторы все разбежались. Поэтому компания, которая стоила 650, была продана за 16. Да, инвесторы разбежались, но сейчас ситуация не лучше. Многие предприниматели, средний бизнес, мелкий бизнес жалуются на беспредел налоговой. Почему ничего не изменилось? Что происходит? Потому что люди не изменились. Потому что даже средняя, если даже поменять, к примеру, руководителя, это еще не значит, что все остальное поменялось. И я знаю даже на примере бизнеса, что это берет время, нужно менять людей, нужно менять правила игры, и нужно и мотивировать, и наказывать. Придут эти все люди с фронта. Что будет дальше? Не получится ли так, что большое количество вооруженных людей сможет поставить гораздо большие требования, в том числе, например, вот к налоговым, там, к инспекциям различным, к тем, кто сейчас занимается, продолжает заниматься тем, чем занимались при Януковиче? Ну, конечно, они вернутся, и, конечно, у них есть право поставить требования. И я надеюсь, что люди, которые сегодня идут во власть, это понимают. Потому что этим людям, которые сегодня воюют, да, и которые в ужасных условиях часто воюют и рискуют собой, у них есть право, им есть на что обижаться.
И те, кто думает, что все будет по-старому, сегодня опять то же самое продолжается. Какие-то подкупы, люди борются за это место. И понимаешь, что это на самом деле будет, я думаю, самые горячие места в нашей стране. Потому что первые, кто будет отвечать за все, это будут депутаты Верховной Рады. В Фейсбуке я как-то прочитал такую запись, когда люди реагировали на вашу рекламу «Продал Роллс-Ройс, ушел на фронт». Писали «Продал Роллс-Ройс, ушел на фронт, придет депутат и купит себе два Роллс-Ройс». Многие люди, они воспринимают это как то, что вы идете для того, чтобы заработать еще раз. Я не представляю, кем нужно быть для того, чтобы после встреч с людьми, со своими избирателями, которых я сегодня вижу, это инвалиды, это больные дети, это пенсионеры, это люди, которые выживают. Я даже, честно говоря, не понимаю до конца, как они умудряются выживать. И если способ зарабатывания денег должен быть для того, чтобы заработать деньги, нужно обманывать этих людей. Мне сложно назвать без таких каких-то грубых слов тех людей, которые могут идти этим путем. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз під годіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми «Перша шпальта». Європа відмовилася від двох проєктів Росії – Північного і Південного потоків. Щоб ви розуміли, про що йде мова, ми вам то покажемо. Оце – Північний потік, а оце – Південний потік. Так от, Європа відмовилася брати у них участь, і то означає, що вони не будуть збудовані. І я ще не дивую, чому Європа відмовилася. Вам нічого не нагадують ті гілки? Це обійми. Але дуже велика ймовірність, що Росія не обійматися до Європи лізе. Вона тягнеться до її шиї з не дуже хорошими намірами. Тому Європа робить дуже правильно, що щось відмовляє від російських проєктів. А тут ще і країни Балтії вирішили відмовитися від російської газової системи. І Росії, схоже, доведеться скоро дуже туго. Продавати російський газ немає кому, нафта дешевшає, друзі у Росії майже всі не залишило. У Путіна, схоже, єдиний вихід – обізвати весь світ фашистами. А зараз ми вам розкажемо про рецепт країн Балтії. Як відмовитися від російського газу, зекономити 500 мільйонів євро і показати Путіну дулю. Отак! На перший погляд, це просто корабель, але це не так. Це корабель, але іще це термінал сприймання скрапленого газу. Україна також могла мати такий. Якби не лежварний інструктор, він охмурив велелюбного пана Кашківа. Я вам коротко нагадаю про ту історію. Пан Кашків сказав, що підписує з представником західної компанії угоду про будівництво терміналу і сприймання скрапленого газу. Але насправді пан Кашків підписав невідомо що із лежварним інструктором. І що той лежварний інструктор знайшов у панові Кашківу? Здесь і пані Грибаускайте набагато симпатичніша. Ой, а то хай відволік від теми економії, відмови від російського газу і дулі Путіну. Так от, щоб то зробити, робіть будь-що, але не беріть на роботу пана Кашківа. У мене є два звіта двох компаній, і я не розумію, що ще відбуває. Це звіт приватної компанії «Медінвест» Ахметова, Бойка і Новинського. Це звіт державної компанії «Нафтогаз». У чому звіті прибуток у 653 мільйона доларів? У чому звіті збиток у 4 мільярда доларів? І так кожен рік. Приватна компанія знаходиться на території, де йде війна. Більша частина державної компанії знаходиться на території, де війни немає. Напрошується запитання. Їх хтось учив бути збитковими постійно? Чи то талант від природи? Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпальти. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом.
медіапартнер програми «Щоденна ділова газета «Капітал». Бізнес починається з капіталу.